Ну, вроде работает. Так она вроде работает. Люх, снимай нас. Что вас снимать? Не можешь, что-то будет знать, чего? Да, нужны. Пойду доедусь. Деньги, там же все началось. Куда там нажать надо? Там уже все нажал, там уже все идет. А, окей. Подержи, подержи пока. Да. На, забирай. Ну, боже. Я сюда положу. Если пойдет, не моя проблема. Здесь тоже 40 минут. Да. Ты что не играешь? Вчера играл. Подожди, тихо, чисто, быстро, быстро, быстро. Сейчас. Я просто на съемке сегодня. Вадим. Другую долбоёб. Блядь. Так. Зачем тебе камера? Зачем тебе дали? Ты еще со звуком камера. Оператор же не умеет снимать на камеру.
Я не знаю, на Сузвуку или нет. Мы за шоколадку впарили. Илья, позвони папе. Давайте я поснимаю за шоколадку в следующем матче. Че? Ура, иди сюда. Когда ты не снимал? Она что-то черной стала. Не профессионал. Так ничего, просто здесь хорошо. Я ничего не вижу тебе. Все тебе что-то видеть. На глаз, на ты. Мне кажется, тебе реально глаза. Просто чувствую не так. Давай просто то же самое. А я бы забил. Крывашка есть у кого? Нет. Алло. Что? Алло. Спроси там, на игре. Он может открыть. Смотрим. Я снимаю, блин. Кто там, ёбнул? Здравствуйте. Привет. Ну, к семи мы и придем. К семи мы и придем. Да, с ними там все нормально, там почти ничего не задано. Ну все, давай, я снимаю, блин, съемка фигово получится. Да, вот я и думаю, надо пересесть. Вот она. Роберт, ты чё, около футбола? Смотри,
Кто где? Какой вратарь? Феникс, Канев. Кто-то говорил. Кто? Канев. Силамя. Пану, отбей! Кто уже знает эту тему, то не знает. Сейчас сам себе заберет. Знаю. Посвятить тебе. Пусть он какой-нибудь гол забьет. Мне пока. Ну, спина туда. И потом его забьет. Лена, забейте сюда. Там еще желтым было. Играли бы красиво. Алло. Желтым сказал. Все говорила. Ты что снимаешь? С днем рождения! Да, спасибо. На камеру сейчас скажи. Что, именинник? Стоп. Как мне так пролезть? Стоп. В кадр не попасть. Здорово. Нифига ты не звони. Так. Так. Ванёк! Без прикола говорю. Ванёк! Блин. А то вам, бля, им Кто забил? Два этот, блядь. Видишь, что контрольный за этот такой? Вот там лежит такой, типа, особый чемпионат. Рому, блядь. Короче, он один забил. Кто-то еще один. Да, блин, все равно не видно. Последняя компания Оксана Они вчера выиграли.
У нас тут вот. Блять, это пиздец, нихуя не видно. Вообще я уже устал снимать. Я не знаю, надеюсь нет. Thank you.
мы сами сделаем. Реально? Да, да, да. Второй точно не буду, я уже замерз. Ну я, наверное, уйду туда, брат, все туда. Куда он идет? Никуда. Брата все будет? А? Тебе? А ты уже брату. Я уеду. Смогу. Я все равно поеду. А я на днюху к себе. Маму ругает. Только что. Только на паузу поставь, как первый тайм закончится. А там точно звука нет? А? Там точно звука нет. Давайте пьем! А тот крайний тогда туда. Блин, а тихо,
Каур Вадим. Каур Вадим. Ой, здорово. Каур. Я вообще маме и папе сказала, чтобы они хотя бы раз пришли на игру. Короче, папа сказал, что если я буду материться, он меня чуть-чуть скинет. С днём рождения, Некит. Спасибо. Но мне сказали, чтобы я выходила, если я не занимаюсь. Давай, соберись там, сейчас тут с Ярви приезжай, чего тут отвозить? О, с Ярви я просто посмотрю, приеду. Давай, приезжай, скажи, я хочу вернуться, с Мартином поговорим, все. Я занимаюсь. Я знаю, что ты, я справки наводил. Я еще знаю, я вообще на воротах стою. Блять, пацки, не хотите подарок на днюху сделать мне, блять? Снимать эту игру. Ну, слышишь, Некит, тебе подарок надо. Кому я понравилась? Мне понравилось. Некит, на, пока предлагаю. Как ты играла? Некит, все равно камеру держи. Знаешь, сколько я лет? Лучше держать. 20 лет. Ты ему одна понравилась. Все ваши, я знаю. Потому что мне холодно. Не надо, вы, которые сейчас играют. У одной спина, у другой рак мозга, у Тани Петровой был рак мозга. Да, родила ребенка. Да. Дарину. А у может, у меня тоже двое. Что-то такое. А у В принципе, возможно. Я так же падаю. Одной рукой буду хавать пирожок, а другой... Паштет, ты знаешь, насколько Роберт гениальный? Он сегодня пробил столько шайбу, знаешь, сколько он паков потом еще взял? 11. А кому? Нихуя! Тот сам понимаешь, ничего не получится. Поэтому Роберт отдал ему добрые два.
Почему подъедут? А меня тоже так не там с возрастом. А, ну, по сути, не Да он не плачет, не смотри на смотри, у тебя нормальное зрение, плачет? Лена лучше. Никит, ты бись на камере, плачет он или нет? Да не плачет. Че ему плакать? Знаешь, сколько я вчера пропустил? Я ж не плакал. Там еще, считай, я с пустых вынес. А я сколько раз с пустых, блядь, вынес? Да, с пустых ты вынес. Выходи. Ты вообще, я нихуя не фалил. У меня, кстати, дисквалификация. Ты как ниндзяк прыгаешь. Там все слышно. Ярика? Я комментирую опять. Ярика? Че? Не выиграем? Посмотри сами. Это первый. А, да, да, посмотри, кто забил. Челик 4 или 3 гола. И сок. На сок. Сколько? 4 или 3 гола? Там нет. Потом вот, ну, стоп,
Никогда там наш дом не было. 5-2. Я получал смарт. Стим за одну большой матч. Да, я, короче, смотрел, был капитаном, получил красный. Потом я взял капитан, чтобы получил красный. Дал капитан с папашей, и он получил золотой. Так это судья, с кем я судил. Ну так ты был уж. Первую игру. Ники, так где линейную судил? А по У-16 нету. СУ-17 начинается. А, в сайт был. По его словам, он уже... Я помню, но он сделал. Ну здесь не так. Блин, на паузу поставил. Тоха, пробуй!
чем-то, что просто мяч на команде для вас. Опа! Так, передай другому. Право, в натуре выкинь. Эрик, пока выкинь. На поле. Жизнь, сука. Кидай туда! Кидай туда! Ты чё, Гида, можешь сказать Иванову, когда будешь давать камеру, чтобы он убрал мусор? А он не убран? Нет. Тогда он посмотрит все равно со звуком. Это будет скучно. А там, кстати, звук есть. Ну, посмотрит, а посмотрит, а что, чтобы выставили без звука. Они куда выставляют? Они выставляют на YouTube. Да? Они выставляют на YouTube. И там со звуком носили? Да, да. Там на разборе со звуком будем смотреть. Не, на разборе без звука смотрит. Я бы прошу, что включили нас. Вот этот вот уклончик психует на Грише плёв. О, неужели? Как тут на паузу ставить, а? Кура! На паузу ставить? Нет! Нет, выключи! Вот сюда? Да! Сядь нельзя? А Рейна из щита брали? А где Глеб? Да, он в прошлом, Вадик, да. Три гола в прошлом игре забил с левой ноги. Ну, вот сейчас Бог против ворот левой ногой, да, бей? Да. Вот знаешь, как он правил, подработал? Куда, да. Лево против ворот левой ногой, куда, ну, тем более сверху. Егет, я надеюсь, ты сохранил видос? Если ты сохранил, ты дурак. Да надо было потом сохранить нажать. Он просто выключил так и сказал. Ой, я записал. Я записал этот матч. Я звук по графике сделал. Третий номер, ребят, это Смобельский или нет? Да, он месяц не играл, у него ключица была сломана. Валер, дай попить. Похож на этого у вас по бегу Соломея играл такой же. Моисеев, да и сейчас еще играет. Сейчас Костя, не знаю. Мотя. А, да, Мотя. Играл в команду. Да, да. Мотя. Да. Слышишь, а Никита по языку третий? Вот, как какой первый? Который вот, когда мы шли в белой кофте. Ну да, один со мной. Эрик, дай попить. Третий. Я вон куда. Дай мне. Ты чего-то покупку.
Слышь, а где мы ключи? О, Артурик! Набирай. Весь тут память закончится. Карел. Иди вперед! Яр! Давай! Яр! Яр! На гречке. Миха, тут твоя голова. Это же бабушка Рейна. 35. Ну, 34. Коли Прус. Да, угадно. Какую? У кого? Ну, вчера за Феникс играл. Где? У Феникс. Вчера за главную команду играл. Молодой. Рейн? Рейн, да. Урлих? И... Нет? А, тогда не знаю. Тогда не знаю. Вон у него спросите. Кто за вас вчера играл? Девятый номер. Девятый номер. Играл. Рейн. Такое короткое имя и короткая фамилия. Мартин Круг. Че? Мартин Круг. Ну вон скажи. Скажи. Мне лень. Че, выкинуть? Куда? В помойку. Где? Мартин? Мартин, да. Курб или что-то такое? Круп. Круп, да, вот. Он давно сюда не играл. Ну да. А что, уберите флаг отсюда, ничего не видно. Да, он тут кирука не изменил. Я игру засмотрю. Все, давай. Роман Бас. Вы здесь. Снимаем молодежь. Где он главным кадром? Где он? Вот он. Пьяный. Да, надо ее добавить. А подвиг мамы интересно, да? Зачем ты делаешь так? Сколько тебе, 16? 18? Фига ты. Рейн. Черненький такой. Да, либо ромик. Ой, ромик. Если он играет вообще. Он играет в Старбус. Его же из Локомотива выкинул. Он в Старбус. Он ушел. Сейчас это ушел. Диджей. Есть принципиально метр назад, а нарушение не свистит. Вот судья такой. Давай, грызи! Эй, он сам упал! Так он сам упал! Запомните его все. Не судья, а Ленкин парень. Иди и нам объясни еще, что там было-то, он сам упал. Я сказал не судья, а Ленкин парень.
Даньки Никифоровой? Да, Никифоровой. У нее еще детство фотограф. Все, мяский. Дед классный, да. А Ленка не очень. Слышь, ладно, камера давай. Может сесть, и мы не снимаем до конца. Там одна батарейка осталась. А что ты не приближаешь? Я уже приближал. Приблизь, Настя. Да что ты делаешь? Так посыль видно, когда дают. Видно. Нет. Сейчас можно приближать. Видно. Приблизь на максимум. Видите? Можно немножко лицо убрать? Дебил! Убери немножко свое лицо. Да иди ты, мне не видно ничего, у меня ноутбук. Ясно, Настя Кузьмина матерится. Это ж потом будут смотреть, да? Да. Хорош! Вратарь рыбка. Ой, Никита! Герой этого матча. Герой, сразу видно. 75-й. Вот он. Это на Ютубе потом будет. Я потом посмотрю. Я сливать и даже не смогла досмотреть. Ну не, досмотрела, когда я сказала там, когда Чома был. И да. Все. Дальше я досмотреть не смогу. Вышли. Ну! Давай, Никитов! Давай! Режь угол! Она так и стояла. Не, а чего вот это? Там лось. А, так удобно. Может, вот так? Сейчас ты будешь снимать. Учит идти. Я комментирую. Пацаны, я у вас интервью потом буду брать. Хорошо, а что ты не комментируешь? Сегодня день рождения Никиты Субняка. Он пьет пиво. Хорош, Рень. Ну ты чё? Да сильнее. Идет атака на наши ворота. Вадик отрабатывает. Мяч под Липского. Давай! Вот он, это прям ультрасенс идет. Я бы врезал. Дай ему еще все. Конечно. Он же там вот продавил и забил. Люблю, когда подвиг доводят. Любишь, когда подвиг доводят? Что не все? Лучше молчи, пожалуйста. Нет. Ясно, хейтер. Рядом. Пыдр выше. Это который нормально играет? Вообще он выше. Ну это который играл туда за этих. Да. Ну я думаю, те, которые хотят всякого такого, вот они. Кому? Я думаю, она в этой, в Санградке. Думаю, да, ее бы никуда не взяли. Там без шансов. Как у меня шайба за день летела? За час. Сам себе какой-то. Ну не смотри, у меня день рождения, держи пак. Ха-ха-ха.
Он с Денчиком дома пришел. Папа, пошатай чуть-чуть. Ну, на вообще, Лена, можно просто... Нормальный форум. А? Судья. Конечно, Кузнецов. У него сын играл за телефон. Карл Кузнецов. Крутить будет. Блять, поддал. Вратарю, да? Выдер упал. Мне кажется, на камеру крестится. Я думаю, нет. Катя, что ты так смотришь? Что ты так смотришь? Чё? Мы сегодня встретили Каню маму, и я спросил, типа, мы уже прогуливали последний урок. И типа я шел, я, Митя, Тоха, Каня мама спросила, где Некит, и такой, у подружки. Она такая, у подружки? Он ей, короче, нет, она ему написала, типа, где? Я иду около аптеки, скинь фотки. И чё? Он думал, что он была пришла, он собрал, типа, что-то написал такое, что мама с тобой не почему он не мог сказать правду, что он тебя? Я тоже. Ой, это Каня мама? Да. Кстати, как раз иди спроси, что тебе валяться идет. Это она и есть. Чего я вообще в полузащите? Что ты делаешь? Ты посмотри. Посмотрела. Подвини вообще на себя. Слышь? Неудобно, ногу не поставь. Ой, Никита Ганя подошел к мячу. Крупным планером. Здорово, здорово, брат. Ууу, яр! Сама. А. Палочек не осталось. Она сейчас сядет. Тут закончилось. Да. Сейчас она сейчас сядет. Где Иванов? О, это вроде Аня. Вон он. Вот я вскочил, Владик. Это вот он не спал. А где он? Ну, я же тебе скажу. Где? Ворота. А, понял. Ну, сядь, я к нему пойду. Не дам ничего такого. Пипец, мы столько задали, у меня зато проверишь по биологии. Ой. Играй мачо. Ой, не косты. Там не видно, Лена. Тебя почти. Сейчас Лена камеру сломает. Блин! Мне кажется, надо сделать так. Да. И повернуть направо мяч. А где он, да? Короче, мяч там, Ленка, центр. Ты виноват. Я? Да. Снимай. Кого зашел? Где его зашел? Никита, все, все? Больше нет? Все, все. Больше нет? Нет. Ты схавал? Нет, почему? Я просто сказала, что один. Нет. Один он привел точно. Два осталось? Ох, плохо. 4 или 5.
За час? Ну, вообще уже вышло. Давай я беру черную, чтобы это делать. Марк, что у них за смех? Блядь, чё ты? Я знаю, они смешки. В одном классе? Чё он за нас? Не знаю. Ой, давай! Полик 5-4 забил. Сколько там? Все, все, хватит. Публика. Череп бегали, вы. Что ты без девушки, Марк? Это же бар. Ты что, не гуляешь? А ты еще не частный гуляешь? Короной? Более. А что, гриппом? Это вирусом? Простыло? Ну, так у меня. Ты почаще уходи, я пошутила. Я был. Ой, не камеру сказал. У которой? Я по ропу сказал. А, нет. Это Кузьмина сказал. Можете камеру в тебе поставить? Нет. Пусть да, пусть заберет. Что это такое? Только она почему-то заново начала записывать минуту назад. Некий, а у тебя камера тоже заново начала записывать? У тебя камера заново начала записывать? Мне кажется, он не смотрел. А ты точно снимал его? Я в камеру. Там время шло? Время. Что такое время? Там что, время? Есть немножко, не видно вообще ничего. А где мяч? А. О, мороже в флажоке толкнули. Голова. Мороз. На, снимай, короче. Она провалилась. Я сейчас приду. Дай пока. Пойду в другое. Пойду. А как отблизить? Отблизить. Все, разобралась. Ну, снимайся. Подожди, мяч ушел. А где он? Я представляю, мяч. Репортаж. Я нашла мяч. Надо, наверное, надо было. А где он? А тут что-то не дает. Хорош, Антон. Я там вообще не вижу. Я вижу, все нормально. Ой, это такой. А можно камеру? Сейчас это как-то. Тихо. Да, да, подожди, я вижу, да я вижу. Офсайд! Настя, если ты вот эту повернешь. Эй! Судья врезал. Он уже не отменен был. А, он, да, там, возможно, мороз. На искусство. Мороз. Да все, все, я снимаю нормально. Да, а че он так? Я не знаю. Поставьте ровно. Я хочу посмотреть потом. Мне просто любимые игры сливать и вот это вот. Когда нам все сядешь? Постапан деда, девочки? Нет. А, ты просто так ушел? Типа, да. Снимать? А это прикольный тот карт. Смотри, обе. Это там, вот это. Кузьма, ты топовый оператор? Я да.
Он что-нибудь сейчас скажет? Ой, ему желтый дадут? Сади... Ой, это... Вот этому. Как он называется? Тренер, во! Потом поговорите, эу! Еу! Еу! Что там? Тогда звук включите, чтобы все слышали. Снимай судью. Он подкупной. 100%. Настя, она провалилась. Да это нет, это я. Она провалилась. Ну давай уже играть. Ну да шел ты и давай. Болта. Да на двух языках. Я тоже хочу. Гейшу? Нет, о, снимать. Валерий, а что ты не играешь? В смысле нет? Я не вижу тебя нигде. Я тебя. Кто? Ну, да вы. Я дальше ниже снимаю. Ты меня как хейт! Только хомяк. Я там тебе на Леваде такое говорила, а ты... Ой, мастер. Я тебе на Леваде такие эти говорила комплименты, а ты меня хейтишь. А третья лига на лиге. Просто лучший оператор. Настя, давай твоя очередь. В плане. Ну давай для меня. Оно не наклонено. Прикинь, мне капитанскую пляску не дали, дали ему. Слышь, он, короче, в этой маске летел, блядь, и нахуй кассет. А как его поставить на провале? Если вы не дали. Вышел, тяпки, но говорил, я... Он достал свои кушки. Если бы его подписали, блядь. Мира или второй играл. Или там на половину. Чего парень делает? Мы с ней играли. Нет, я. Это долго. Работал? Ну. Да ё, где это? Еще! Еще. Выходи. Да, вышел. Он сейчас выйдет. Знаешь, за мяч вылетел, нет? Вылетел? Да. Чуть-чуть пустим. Пока садился. Что получалось? Этих молодых и бладов. Вот майор играет. Посмотри, как подросли. Плачкается? Так, посмотри. Играют удивительные люди. Тут 6 молодых играют. А там вот нет. Роспись. А чё фокус такой плохой? Вау, посмотри, вот такие. А молодые заёбили, что выходит на поле. Морозно, вырубил камень, морозно сломал. Морозов. Владислав Морозов. Не Канев его вроде. А как же слабый стиль играет?
Там камера не села? Нет. Он украл. Он их из сумки у него достал. Она потом у Кристины Кармазиной. Какой? У Кармазиной. Она сказала, он у нее из кармана достал. А, ну не, не, она мне сказала, типа, из сумки, из карманчика там, из маленького. Да, он же друг друга. У меня большие длинные волосы, я сегодня угорал, как они бегали в структуре, играли в футбол. Длинные волосы. Я вас поле постараюсь. Я что, знаю? Я что, приглядывался? Я вообще так биология была. А там ты проверишь эту биологию. Смотри, получается, что сезон проигрывает. Такой сезон, когда надо будет, люди эти же ребята не будут здесь жить все время. Да. Как это? Мы, получается, все 10, 11, 12 закрыли на карантин, а мы учимся. Конечно, тебе приятно, когда что-то солнце. Тебе, да. У тебя же одна большая, но поменьше. Никак, у них 20. У них 3 очка, а там 22 очка у предпоследнего. Они даже никак ни в какие переходы не попадут. Они последние месяцы, они в легубы пойдут. Они и там, слушай, они и в этой команде там ставят 6-7 человек из основы, те же играют. Цыганков там, сам, все играют. Летят какую-то гелию. Хотя тоже спросили, летят гелию. На следующей неделе эти же игроки едут играть в пятницу. Из 15 там 8 закончили, и утром уже надо играть в пятницу. Эти же игрокам. Человеческие А я спрашивал, где я? Я не знаю. Их поедут сюда, посмотрю по составу, это первую команду, третий год обыгрывают. Просто полностью команду третьего года. Да нихуя. Их обыгрывают. Нихуя, блядь. В нас уковыряется. Взял человек 10. Он его взял, он поиграл одну или две игры за первую команду, потом одну играл за третью и все пропал. Да. Половина, я там только поменялся. Ой, их поменяли. Кто такому хотел? Пылесос не сработал.
Я не знаю. У нас два воина заменили, а у них все не сыграют, они не смогут играть. Что у нас так? Ой, я мяч пропустил, я не снимал. Скорее всего, может, никто не сможет играть на это. Да, я не знаю. Лопатки. Заброс чисто. Идите вы на дачу. Хотя бы в аренду, Валер. Хотя бы даже в аренду подписалось. Вчера. Вот девчонки. Вали, вали. Только тачки подписал. И ой. Она сейчас сядет. Она прям садится. Она пролегает. Ой. Слышите? Ой, она куда-то падает. Она куда-то упала. Я нажимаю. А, все, поставил. А где мяч? Нашла. Не, она сейчас прям вырубится. Можно напоследок? А это сохранить или удалиться? Сохранится. А, слышишь, Тёма, а если камера сядет, удалится или сохранится? Блин, умный такой башкой играть. Ой, нихерна. Нихерна. 7 минут выдержит? 6. Да хрен его знает. Я думаю, вряд ли. А, мяч там. Я думаю, что давно уже. Можно в голову ударить. А я бы в голову ударила. Как они называются? Красную покажу. А ты ж так судья полез, вот к ним. Он не видит. Схема. Там вроде типа мы как раз сбор играли, и телек получил травму сразу, разменили, и потом обратно упали. А что, они настолько плохо играют, что ли? А? Кто? Да, вроде. Да, из такой команды получил. Не, пипец холодно. Бречка. Я тебе сказала. Ну давай, Гриша. Давай, Никита. Мы в вас верим. Оно опять заново начало снимать. Как обычно. Я не знаю. Наверное. Назад смотрите. Именно сейчас нет. Продолжали. Что ты там судейский цирк смотришь? Слушай, а мы с первого тайма смотрим, ты хоть со второго. Ходит, ходит, с тренерами разговаривает, головой машет. Да, дай карточку и все, да, если он тебе что-то сказал. А кому он желтую дал? Кому это желтая была? Рекорд, наверное, Калеву? А что он сделал? Калеву.
они жопу дали? За что? Потому что он мячик не прокатит. Ну, дурак? Короче. Господи, такой придурок, судья. Я извиняюсь за то, что вы будете смотреть это с моими комментариями. Просто я очень эмоциональная личность. На сегодня я без матов. Как это удалить с камеры? Ну. Давай. Чупым, блин. Ладно, давай, смотри дальше. Слышь, он говорит, что у нас бой, короче, у меня Марк, блядь, сделал ген, он на стабильности меня фоткал, я там, блядь, задумалась, и он уже блядь, написал. Да, он уже не Я знаю, что у него брат есть, я встречал вообще. О, в середине поля нормально, я тоже так говорю. Да не, карточка красная была. Симуляция упал, красная карта. Ярик. Давай! Но! Это наш герой! Вы посмотрите. А ты бы как сделал? Он такой классный. Он бы выстоял. Да. Как его починить? О! Я. Меня уже второй раз. Это мой трек пролезен. А, ну да. Блин, из-за него красный дали. Я забыл. А за что тебе так красный дали? Это третий или второй гол забили. Передача отдалась угла штрафной вот здесь, где были. А на дальней шторге там было 1 метр. А когда ты плюнул кому-то в лицо? И гол зашел. Не было, Черик старил. Плюнул, потом плюнул на себя, сказал, что он меня выиграл. Поняла теперь, как делать, короче? Да. Домик спал, да, внутри матча, мне даже на замену нельзя было прыгать. Давай. Ну, вон. Их попросили на неделю. Я до 28 числа. А этих на 2-3. Холодно, да? Я тоже извиняюсь за свои комментарии. Мы все извиняемся. А он сейчас твою руку. Сейчас должно уже, да, должна до конца дописать. Я далее в базарах. Есть дополнительное время, тут она не вырубится. А где мяч вообще? Вон. А, юб. Вообще не то, что мало. Ой, где защита? Защита. Ага. Никита молодец. Умничка. Он говорит, что время. Добавит 2-3 минуты. Первый тайм он раньше закончил, чем тут был. Конечно, лучше молодые пусть играют. Ой-ой-ой! Да, ну молодые, да. А там он говорит, не разрешает, он говорит, я заявил. Ты будешь какие-то уроки на завтра делать? Я хотел встретить, ну, может, я за это заявил, но ведь... Нам на физику вот заодно. Оттуда можно брать только троих игроков. Нам просто параллельно. И он говорит, Попова, Кабинета и Крадуся. А остальные нельзя. Троих человек. Ярко. Но он уже пробовал. Ой-ой! Ой, я не сняла, по-моему. Ну, ля, да.